Песок. Песочек плюс 5 песок. Ты первый, да? Да, я первый, белый черный. Как четко в уголочек. Может, в принципе, терпимо. Кирпич скинул запись этого игры. Кого сделал? Запись игры скинул, которую мы играли. Но у меня тоже есть, я все не могу опубликовать никак. Он мне записал, скинул, говорит, посмотришь потом. Ну, должно весело быть, посмотри. Нажимаю ускорение, из залагов вообще даже не бежу. Их надо было раньше прыгнуть. Нормально, 2-1. Лагануло, да. Заметно было. Скорее упадет не того. Все, давай, побей. Ну конечно, прям вообще как обычно. Ничего удивительного. Реально, погода сегодня не на нашей стороне с тобой. Давай, на мече забей с мяча. На песке это вообще весело. Ага. Ну опять нет. Thank you.
Четвертый раз за игру. Пиздец. Классно, классно, прям вообще ужас, как опасно. Можно даже и к лучшему. Здорово. Нажал прыжок, начал мяч подкидывать. Привет. Привет, поел? Да. Чё меня Дюна искакал? Не знаю. Не знаю. Здесь. Вон висит Дюна. Ты чё, ты меня потерял, что ли? Но... Ну вот он я, чего тебе? Чё ты хотел вообще? Какой его знает? Спроси у пьяного Дюна, пока я сам трезвый. Ну и нехуй туда меня искать. Базар. Куда я не терялся? Вот он я. Кто меня тут еще потерял? Максим, сыграл бы я с тобой в этом, в турнире, интересно было. Но, видимо, не судьба. А, это про какого Максима? Транзистор, в смысле? А, да, понял. Максим, брат. Так нет, вы можете, в принципе, сыграть, если вы выйдете в Кубок Лиг и там встретиться. Теоретически. Легко говорить, выйти в Кубок Лиг. Ну а чё, тебе это вполне по силам. Просто надо немного. Ну, немного потренироваться. Так-то вы уровень-то он одинаковый. Да что ты, блядь, жму вверх-вверх, нихуя вообще не происходит. Сука, ебучие лаги бесят нас. Егор, привет. У тебя конкурент появился, Егор. А вон сидит в гостиной, тоже Егор. Так, ты видишь? За меня просто компьютер решил мой нападающий. Агрессивный. Турнир нормально идет. Но без тебя, конечно. А его ты не играет. Без тебя, конечно, не так вот, как с тобой. Вот с тобой бы был бы еще лучше. Комиссия? Какая комиссия? Медкомиссия? Дюн не играет, да, вообще? Нет. Настроение есть. Такой играет. Ясно. А вы там это, товарищеские или с турнира? Не-не-не, сейчас турнир. Они сейчас турнир играют, поэтому после него только. На песке, да, трудно делать, мяча забивать. Сейчас второй матч еще будет, а потом только. Это второй же этот матч? Напряженные матчи, вообще голы еле-еле, душа в теле, блин. Это второй сейчас матч или первый? Да, второй уже идет. А-а-а. Ух ты, перебил все-таки. Ты какой второй, да, сейчас ты? Я почему остался белым. Странно, почему вы не слапнулись? Ты ускоряешься что-то.
Да я говорю, я жму-жму, блядь, из-за этих лагов, меня вообще не воспринимают. Наверное, потому что ты еще записываешь, да? Ну, конечно. Да ебать его в рот, блядь! Заебись, гол, охуенно просто. На старт жму, никуда не скидывается. Да, да, я знаю, что лаги, сам еле играю. Не, он же второй период, ой, второй период, говорю, второй тайм этот. Второй должен старт нажимать, чтобы пропускать. Давай, забивай. Ты должен. Ой-ой-ой. Видел, да? Брат, так тащит по перекладину. Я просто отрывками передвигаюсь. Oh,